Коллеги, рядом со мной Камила Магомедсалихова и Сергей Крюков, группа компании «Собрание». Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вы улыбаетесь, это не просто так, потому что вы стали лауреатами и обладателями награды. Давайте подробнее. Да, действительно, это так. Наша компания производит шоколад. Как мы видим, качественный шоколад, кофе, конфеты, сухофрукты. Мы очень рады получить такую награду и хотели бы, чтобы каждый потребитель попробовал нашу продукцию, оценили его высокое качество, поняли, что не просто так присуждаются такие награды. Да, мы действительно очень рады этой награде и признательны Роскачеству за такое доверие. Надеюсь, что это не первая и не последняя наша награда, и с каждым годом мы будем радовать наших потребителей качественным продуктом. Мы надеемся, что и качество шоколада не упадет, будет каждым годом расти, и все больше и больше ваших продуктов, ваших категорий будут отмечены этой высокой наградой. Еще буквально пару слов от вас, как от победителей. Хотелось бы, наверное, сказать нашим потребителям, что у нас есть замечательный магазин в городе Ярославле, который не просто магазин. Наш магазин проводит различные мастер-классы для детей, различные развлекательные программы. Можно приготовить шоколад самостоятельно, попробовать шоколад ручной работы. Очень вкусный и полезный. Очень захотелось в Ярославль. Спасибо большое и удачи вам. Спасибо.